задумался на их месте об этом немножко. Да я бы не банил Бестмастера, мне кажется, не увидим мы его здесь от ВП. А мне кажется, можем. Фобоса ну, хотя... я не видел на Бесте ДК. Год. Может, одну игру сыграл, но не кажется мне, что еще раз. Опять-таки, почему был взят там Бестмастер? Мне мы кажется... эту ситуацию обсуждали, там абсолютно все герои были в бане. Банспирит Брейкера, вот мне сейчас, мне кажется, о, да, Брейкер не, тоже неплохо, неплохо заходит. Бан. Неплохо зайдет, потому что ВП его могут взять, в принципе, третьим пиком. Угу. Могут, но это тогда будет Spirit Breaker для Фобоса. Последнее время они так не играли. Не думаю, что Лио на Spirit Breaker посадят. Почему он играет? Ну, играл много раз. Ну, как бы чаще FNG играет, но Лил тоже играл. Выходит в такую четвертую позицию Spirit Breaker, чуть фармит. Мне эта затея, если честно, не очень нравится для ВП. Посмотрим, что нравится ВП. Здесь вообще еще попахивает пиком возможным ДК. Хотя, конечно, против King of Pain немножко неприятно, но, во-первых, год умеет, во-вторых, все-таки ДК новый с этим Брисфайром, он более-менее там стоит, а пик вырисовывается в таком случае все-таки мощный. Сильная комбинация уже, ну, да. ДК с Гирокоптером. Да-да-да, и под дазлом это все дело, очень мощно. На рампу могут заходить. Тут тебе никакой Слардар не помешает. Так, ну и открывающий пик второй фазы у Virtus.pro. Забанили они Эмбера перед этим. Итак. Ну, второй саппорт. Вообще есть визаж все еще. Визаж, но, да. Я не думаю, что Virtus.pro будет брать визажа с гирокоптером. Слишком жадно. Визаж дазл, визаж гирокоптер. Дазл. Это визаж дазл, два саппорта без ганг потенциала, которые... Тоже. Перемещаться могут очень ограниченно, в сугубо пассивном стиле. Дазл, который как раз таки может только сейвить, а визаж вообще никуда ходить не хочет. Хочет поскорее брать ВЛ-6 и отводить, поэтому выглядит это пассивно. И вот, да, тот самый Spirit Breaker. Поактивнее решили сыграть, да, но оно и мне правильно. Кажется, он как раз таки для Фобоса в этой игре. Что-то сомневаюсь. Хотя посмотрим. Хотя что там еще осталось у нас? Туск в бане, Шейкер, ну, ФНГ любит у PPD иногда что-то может взять. Может, Бейн какой-то будет? Для ФНГ. Все может быть. Но тут еще может быть Шейкер как раз для Фобуса. Вот. И это будет. Мне кажется, если возьмут на Шейкера, то вот мы увидим Лила на Шейкере, а Фобуса на Спирит. Ну да, Брейкере. И вот это будет как раз из той же оперы, что им нельзя так играть. Ну, не знаю, я Лила очень много на Шейкере видел, и он отлично отыгрывал на этом герое. Он отлично отыгрывает, просто герой не отыгрывается так, как хотелось бы. Как хотелось от него, от Лилы. От Virtus.pro, от своего четвертой позиции. То есть обратить внимание можно, например, на то, что Лил играл на этом турнире уже дважды на петушке. Достаточно активный саппорт, который может бегать, гангать, помогать там на линиях. Очень круто играл, мы все помним в одной из игр, где он там вообще разваливал, ну, Сова. Эмбера убивал. Если Эмбера, что, до визажа у Лила был как раз таки Скаймаг. Примерно по такой же методике, в том же списке. А еще до Скаймага был Рубик. Ну, кстати, в этой игре... всеми этими героями в этой игре Скаймаг тоже может появиться. Скаймаг здесь очень неплох. И против Queen of Pain, и, естественно, в Cold Embrace Виверны и может набегающий закидывать. Слардар, пока у него нет БКБ. Да, и Слардар разваливать, и Сайленс кидать ему после блинка, даже после того, как у него есть, да. То есть, и вообще, пик петушка здесь очень неплохо смотрится, если так подумать. И... Ну, это визаж. Визаж. Ну, даже не знаю. Ну, и вот, Spirit Breaker все-таки для Фобоса. Да, да. Так вот, я просто помню, с тем же ФНГ я общался, как-то раз спрашивал, почему вы там вот при пике визажа и чего-то там взяли Вингу, а не Свена, который смотрелся вроде как поинтересней. Он говорит, ну да, Свен действительно неплохой был бы пик, но не стали так брать, потому что слишком много жадных героев. Ну, то есть Винге там не особо да, надо, Венга, от нее ничего а не Свену ему много надо. То же самое и здесь, получается, уже жадный очень кэрри, гирокоптер, который любит, ну, как бы пофармить, и тут же как бы и жадный очень саппорт, и Spirit Breaker, ну, тоже этого... любитель со сложным да подфармить. Это как раз-таки, по-моему, один из самых таких, ну, оффлейнеров, которым ничего не нужно вообще. Ну, вообще, да, пожалуй. ДК сейчас реально смотрится неплохо, как раз под эти птички, под гирокоптеры, под эти все вивы, хилы и так далее, подсадить под пушки и ломать. У них будет три толстых персонажа, которые будут идти вперед при поддержке как раз этих птичек, всяких там соло сэмпшенов. Это все здорово, нет. Конечно, но в это имейте, если ВП сейчас возьмут ДК, против него на первом левеле придет Queen of Pain плюс Виверна, Dagger, Slow, и ну очень несладко году здесь будет. Undying. Вот так вот. Вот так вот, действительно. Но
Пока вообще мне этот вот Undying, он не выглядит суперсильно. Мне, да, если честно, даже он совсем не нравится здесь. Он как не к селу, не к городу, потому что куда он пойдет? Против линии гирокоптера Визаж Дазл? Давай удачи, братан. Ничего не сделать. В драке есть гирокоптер, который расстреливает с флэка зомбей. Есть Визаж, который птицами довольно быстро ломает тамбу. Потому что да, гирокоптер сам может ломать тамбу, в принципе, во всем. Может, но иногда она стоит на горе и раньше просто не позволяет. 350. Здесь есть еще и Визаж. Выигрывает. Два вот этих героя против тамбы борются весьма хорошо. Непонятно немножечко пик Undying'а. Возможно, это будет Undying для Ice 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 через Max DK. Играл он так уже неоднократно. Можно в оффлейне. Но что-то сомневаюсь, мне кажется. Но опять-таки бёрста у ВП хватает за счет вот этого самого визажа, да и гирокоптера. Ну что ж, ласт-пиком будет? Им какое-то такое фиксирующее нужно взять. Это будет либо ДК, либо Бисмастер. Вот, потому что им нужно прыгнуть и моментально кого-то там застанет. Это вот как раз герой для года нужен. А мне кажется, будет какой-то сэмми-кэрри для года. Как либо Вендрана, короче, через дайверочка, да, какая-то. Еще неплохо зайдет. Или даже темпларка. Не, мне намного больше нравится. Вот темпларка убирают как раз-таки. Просто потому что у Virtus.pro у них мало достаточно дизейбла. Есть один Spirit Breaker, который бежит вперед и там может кого-то подстанет, но его могут тормознуть через Виверну, скажем. Может быть еще. А больше некому. Может быть еще что-то будет. А больше некому, будет. Вот именно. Если ты тормозишь Spirit Breaker через Виверну, то это уже открывает руки и, возможно, имеет как раз смысл второго сэмикэри взять. Не особо это открывает руки, потому что у тебя больше станов нету в драке. И если у врагов есть форс-ставчики какие-то, то тебя начинают кайтить. Неплохо бы получить какой-то такой дизейбл прям в лицо. ДК с Бисмастером будет отлично, потому что как раз будет прыжок, стан моментальный кого-то, и туда уже будет пытаться как раз что-то сделать с этим героем, и туда будет через все уже бежать от спиритбрейкер, и все туда будет налетать. Это ВР-ка. И Артур получает автомобиль! Автомобиль для Артура, но я все-таки считаю, что... Да не, ВР-ка тоже неплохо. Через шеклшот Блинк также может цепануть спокойно. Мне кажется, они испугались именно того, что Артур говорил, что Бист или ДК придет в мид, и будет очень тяжело против King of Pain вместе с Виверной или даже с Undying'ом. Не то, что просто не выстоять. Ну, Бисмастеру пофигу. Относительно. Относительно, опять-таки. Папася будет очень комфортно чувствовать, просто она там ранней. Вот именно, а контроля на нее не так много, кроме спиритбрейкера с оффлейна, которому могут и не дать разогнаться. Дать еще фрифарм к вапе, она может и в соло игру засноуболить. Ну и что же у героя будет у Бёрнинга? Если, конечно, Слардар не Бёрнинг. Ну, вряд ли Слардар Бёрнинг. Бёрнинг на сэмми керри? Ну, такое было, такое Бёрнинг было. Не будет на Слардаре, вот, собственно, и есть. Ну, это соло мид алхимик, слушайте, от Супера. А, и кстати, это Бёрнинг, да, на Queen of Pain. Квапа на лёгкой. Да? Ну что же, ребят, вот на ваших экранах Illidan Virtus.pro против Vici Gaming. Первая карта начинается прямо сейчас, и мы передаем слово Арену и Роману. Раз, два, три. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Каспер, с вами Версута, и Vici Gaming против Virtus.pro стартует прямо сейчас, драфты подошли к концу. Что ты думаешь по этой игре? Да, вообще матч, наверное, самый ожидаемый сегодняшний, это 100%, хотя там еще есть другие наши ребята, которые вроде будут воевать, но Virtus.pro, Vici Gaming, Best of 3 серия, победитель уже просто купается в деньгах и почти Virtus.pro, в титулах. Vici Gaming, Best of 3. Просто феноменальный матч обещает быть, я очень на это надеюсь. Ну, драфты пока обещают нам. Поглядим, как игроки согласятся ли с этими драфтами, будут ли они драться. 30 минут, 3 фрага. Ну, такое тоже может быть, потому что бывают случаи, когда вроде бы ребята берут активных героев, но при этом очень пассивно на них исполняют. Да, ну что ж, смотрим, кто на ком играет. У Virtus.pro FNG будет играть Дазлом, Гирокоптер от Illidan'а, Windranger от Года, Phobos Spirit Breaker и Lil, конечно же, Visage. Да, ну и у Vici Gaming мы видим, пока что в миде тусуется Ice 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 на Слардаре, Fenrir, Undying, Супер, Алхимик, FY на Винтер Виверне и Бёрнинг на своей почти сигнатурной квапе. Вот, несмотря на то, что Бёрнинг является хардкерри команды, но квапа — это один из его персонажей, конкретно его персонажей. Его девочка. Да, его девочка, именно так. Так, ну что, по Вижену, значит, у нас ребята из Virtus.pro тыкнули вот такой вот вардец на харде. Так вот, незамысловатый вард. Я подозреваю, что следующий вард будет стоять вот здесь. Надо как Дроздов, знаешь. И сейчас мы смотрим за вардингом команды Virtus.pro.
обычно в этот период развития игры. Ну, занимает, короче, верхнюю руну Вичи. Понятное дело, что нужно для алхимика отжимать первую баунти руну. И именно этим занимаются, 500 голды зарабатываются. Кстати, там лед встрял. Очень сильно встрял. Если Лил отлично от Буди блочит, это будет, возможно, первый флаг. Ой, шейкл-шот, Рокетбер же. Айс откидывается крэшем. Но последняя тычка. Он еще, по-моему, скушал это. Он манго съел. Он съел манго. О, да. Это просто провал, на самом деле. Если бы не... Сейчас посмотрим, кто там руну забрал. А, ну руну забрал Слардар, так что в принципе, ну, манга почти окупилась, но... Ой, да ладно, там ФНГ почти забрал курьера. Где? Кто? Что? В миде курьер подошел, ФНГ дал по нему тычку, и уже я был уверен, что он пойдет до конца за этой курой, но он не стал этого делать. Так, ну очень-очень очень динамичный старт, прям огромное количество экшена везде и повсюду, даже элементарно за руну битва. Ну, Айс не первый раз так, кстати, делает, забирает руну. Я думал, если честно, его там не успеют наказать, но Иллидан очень вовремя подключился ко всем вот этим вот баталиям. Ну, очень классный был бодиблок, и, естественно, Шекл. Ну, в общем, все было замечательно. Все сделали так, как должны были сделать Virtus.pro. В итоге счет 1-0, но это такой не слишком большой повод для радости. Да, на самом деле из минусов даже вот можно выделить то, что, во-первых, все-таки руну забрали, а во-вторых, есть еще один минус, то, что ВРК прокачал, например, в левеле шейкл шот все-таки, а не пауэр шот и потом виндран, как это обычно бывает. Да. Тут тоже и у Слардара то, что он скушал мангус, не слишком приятно. Ну вот нам подсказывают, что Virtus Gaming, Vici Gaming знают, как играть с Winter Wyvern, и 9 побед из 10 матчей. Ну, Winter Wyvern это просто один из сильнейших суппортов. Тот же Сёма на этой Winter Wyvern очень жестко исполняет. Там Фобос у нас сбежал со своей линии. Тут, кстати, два рейнджевичка очень грамотно могут попытаться раскайтить сейчас сельди, но тамба от Undying немножечко удерживает. Можно тамбу сломать, 75 голды. Спасибки. Кстати, на начальном этапе для того же Wizard'а это достаточно неплохие деньги, что все вот эти быстрые там тапки, потом какие-то небольшие дофармы до этих аганимов или там мек, ну, в зависимости от того, что там выбирает этот Wizard. Медальки, меки, там все подряд. Да. То есть вроде бы там 75, бам, медалька готова. И ты уже недоволен, если ты против этого Wizard'а играешь. Да, когда те фамильяры долбасят под минус армором. Не очень приятная штука. Два таких стрэнджевика, достаточно плотных, обосновались в харде у Virtus.pro. Вот, как ни странно, но пока они ничего особого сделать не могут. Два рейнджевых суппорта, да и рейнджевой керри, по сути, могут зонить этих двух милишников, ну и оставлять их на особо. Самое главное, то, что они этим занимаются. Некоторые команды предпочитают пофармить, нежели гонять оффлейнеров, но сейчас мы видим, что Virtus.pro пытаются комбинировать это. Так как Лил занимается здесь параллельно и отводиками, и стаками, и попутно на линию появляется для того, чтобы кого-то прогнать. То есть очень-очень высокая динамика действий у суппортов команды Virtus.pro. Не останавливаются буквально ни на секунду. Вот только увидели, что Фенрир подошел, Визач сразу перетянулся с очень хорошим таймингом с отвода. Уже напугал. Тут рядом с курьером бегает, но, естественно, ничего сделать не сможет, потому что всего-навсего. Слардар, что он сделает курьеру? Ну, он может Хотя, если там бутыль будет пустой. Он может поломать ВР-ку, вот это самое неприятное, потому что ВР-ка под тучкой сейчас может очень серьезный дэмэдж получить. Там стан тоже физически у Слардара. Да, ну, по-моему, год видел. То есть курьер давал вижен на этого Слардара, поэтому вроде было понятно, возможно, что он здесь. Возможно. В стопе опять зонят Фобоса. Но у Фобоса одна схема, я просто убегаю со своего лайна. То есть ничего нового. Здесь умереть он может только если сам зафейлится, либо вдруг ни с того ни с сего со всех лайнов крипы пропадут, и не на кого будет разгон делать. Ну, это ночной кошмар просто бёрнинга, мне кажется, когда крипы пропадают со всех лайнов. Он крипы вдруг любит побить крипчиков. Так вот, по поводу алхимика. Значит, прокачка у него на 3 раза спрей, то есть, ну, достаточно жадная, если учесть то, что банки он вообще не берет, то есть он берет пассивку все-таки в 2. Но, казалось бы, ВР-ка тот герой, который в миде стоит, ну, почти сильнее всех. Достаточно жесткий. Так, в топе что там? А в топе, да ладно, на бёрнинга Фобос! 17% там на самом деле работают. Очень активно работают 17%.
Да. Да, так вот, ты рассказывал про ВР-ку, давай. Она вроде очень сильно должна долбасить этого алхимика. Если даже ВР-ка алхимика загнобить не может в миди, то я уж даже не знаю. То есть, играя четко на алхимике, по сути, можно стоять против любого персонажа. А фармит этот засранец нереально быстро. Ну, да, зато герой на самом деле достаточно уязвим. У него всего лишь 2 единицы брони, то есть подход какого-нибудь там Леона, Вич-доктора, то есть героя, который может поддержать этого алхимика на месте, вы его можете загангать. У него точно так же нет эскейпов, я уже сказал, то, что у него 2 единицы армора. До появления 6-го его ульты он такой кусочек сладенький. То есть нужно просто найти, по сути, подход к этому герою. Именно. И загнобить его один на один на линии, при том, что он достаточно слабенький, казалось бы, на первый взгляд, да, его не получается, потому что у него есть очень сильная способность, этот спрей, вот, о котором можно говорить долго. Вот. Но вот, например, сейчас идет ганг. 6-й левел гирокоптер получил, или дан, которому там всегда говорят, вот, или дан, пассивный, Слушай, сейчас они могут принять супер. А тут стаки. Ой, а тут стаки они решили зафармить. Боже, супер только что чуть не наступил в смерть. Да, кстати говоря. Он в пикселе остановился от колдауна. Тот момент, когда перед тобой взорвалась просто ракета. Реально перед носом просто взорвалась. Там вот одного шажка не хватило. Это был бы самый халявный фраг в истории. Потому что там как раз у него было в районе 150 хп. И ракета бьет как раз с первого дэмэджа на 250. То есть минус там четверть. Да, да. Как ему бы хватило, да. Так, и еще ситуация следующая. У нас очень грамотная игра от Virtus.pro. Они забирают стаки этим героям. То есть даже целью не было убить там супера или еще кого-то, а целью было забрать вот все стаки, которые были нафармлены. ВР-ка все равно как-никак напрягала этого. Там внизу Лила убивают. Да, есть Slytherin Crush, и это будет минус. Да, Лила так достаточно уверенно заковыряли. Может быть, выход в миди? Может, может. Кулдаун опять есть, кстати, поэтому можно попробовать выскочить и забрать того же зомби достаточно уверенно можно. Правда, у Иллидана мало, маны мало на одну всего способность. Способность, да, так и есть. Не разгуляешься пока, но по-прежнему Иллидан тусит здесь. Надо бы, конечно, ему тогда кому-то делать стаки, хотя бы какие-то стаки, потому что так Гирич не совсем эффективно тратит свое время. Ну, стаки он зафармил, надо, мне кажется, все, вот уходить. Потом через некоторое время опять приходить, иначе вот так вот стоять на одном месте, тебя уже давным-давно видели, и никто просто так не нафидит. Да, не тот уровень. У Фобоса дела, в принципе, тоже идут ровно, несмотря на то, что фармит он мало, но с экспингом у него проблем особо нет. У Квапы нет времени за ним гоняться, прогонять его с линии. Поэтому Фобос просто спрятался в лесочке и получает опыт. Ему этого, в принципе, достаточно. Потому что будет 6-й уровень, будет Незерстрайк. Уже можно нападать, воровать, убивать. Побеждать. Да, побеждать. Так, ну, супер у нас занимает первый так шекл. Шекл срабатывает, колдаун. Ах, ну, столько его быстро стерли, что он сам не понял, как бы... Я уже начал переживать то, что не получится до него добежать вовремя. Вот этот там бешеный реген, 50 хп в секунду, может не получиться, но пауэршот не простил. И опять идут отжимать крипов в лесу. Замечательно действуют Virtus.pro, просто умнички. Они понимают, что каждый вот этот маленький сатирчик — это полтос для алхимика. Да, да. Вот только что алхимик занимал первую позицию, но теперь уже Виндрейнджер его начинает перегонять. Это самое главное. То есть вот у алхимика слабая сторона — это то, что его надо гангать. Ну, то есть в ганг. Он очень слаб, у него нет эскейп-обилок. Ульта поначалу не сильно его спасает, пока у тебя не будет каких-то хороших шмоточек на живучесть. Ну, тем более, если бёрст есть у противника. Да, 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 само собой. И в итоге, убивая этого алхимика, ты, грубо говоря, убиваешь мешочек с золотом, потому что он богатый, он имеет высокие нетворцы, за него много денег дают, ты постоянно получаешь бабло. Это приятно, этим надо пользоваться. Я увидел только что грусть в глазах супера, когда он пришел в свой лес. У него вот глаза закрыты, видимо, чтобы слез не было видно. Снизу, айсайсайс. Но тут еще пока непонятно, кто кого хочет убить. Разгон бастанчика. Сул ассампшн, есть килл, Фенрир под фокусом, тамба. Тамбу сейчас сломают. Квапа приходит, только квапа тут одна, и она понимает, что не удел остается. А хотелось покричать? Хотелось, такая она истеричка любит. Но здесь смысла не было никакого. В тот момент, когда женщина понимает, что нет смысла кричать. Вот так вот. Да, как-то... Нет. Нет таких моментов. Да. Ну и в итоге перетягивается Бернинг в топ. Потратила свое время впустую. Да еще и
тиммейты понаумирали. Virtus.pro очень уверенно вырываются вперед. Можно посмотреть на графики. А графики у нас говорят о том, что... Вот Алхимик поначалу фармил. Вроде начиналось там какое-то преимущество появляться. Сейчас преимущество подугасло, 500 голды, а по XP Virtus.pro вовсе впереди. Да, ну вот только что нам интересную статистику показывали по поводу того, что одних из лучших своих героев взяли Vici Gaming. Ну, действительно, на этом турнире я тоже заметил то, что команды стараются брать самых успешных своих персонажей, причем которыми они и на дистанции хорошо выступают, и в паре одиночных забегов. Но, опять же, статистика собирается в основном всегда после игры. А вот во время игры происходят абсолютно разные вещи, и все зависит от способности команды противника подстроиться под ваших персонажей. Тут мы видим, Алхимик забирает очередную баунти руну. Он уже на моих глазах забрал, кажется, 3, а то и больше. Да, вот было бы неплохо, кстати, иметь еще какую-то статистику по рунам. Вот только сейчас поймал себя на мысли. То есть, кто, сколько и какие руны забрал? Было бы круто тоже в конце игры. Первую забрал Алхимик, вторую забрал Алхимик. Это тоже была баунти, и только что он забрал баунти. То есть, может быть, даже больше, чем 3 он забрал. Ну, так за это время. Ну, 3200 он имеет. С появлением Радианса Алхимик будет фармить гораздо быстрее. Но он останется все таким же куском. Да. Вот в чем дело. Это и да. Главное, чтобы когда вы видите такого Алхимика с Радиансом, вы не думали, что против него не нужно драться, он нас всех убьет. Как раз наоборот. Вам нужно против него драться, но нужно действовать рассудительно. Возможно, купить какую-то меку или пайп, или там БКБшечку на кор героя, просто чтобы он не особо подгорал. И тогда сражение против такого Алхимика, у которого там 900 хп и Радианс, они становятся вам только в радость. Да, Виндрейнджер практически на любой стадии игры Алхимика будет вырубать достаточно быстро, если она его связывает. Даже там при наличии каких-то супер крутых айтемов, если у ВРК, ну, Нетворс там не намного, конечно, ниже, то она будет его пробивать. Это фокус-файр штука жесткая. А в случае с Vici Gaming тут нет никаких супер прям опасных персонажей против ВРК. Элементарно БКБ покупаешь, и тебя там уже никто ничем не остановит. Алхимика можно будет стирать. Поэтому в этом плане все хорошо. Обычно я вот помню против ВРК как-то видел, и бестмастеры были, и так далее, и они не давали. В топе у нас интересный момент. На Бёрнинга будет сейчас заход. Получится ли? Есть ультимейт. Ой, хорошо. Да, Бёрнинг не успевает отблинковаться. Вот так вот даже у Бёрнинга не хватает реакции уйти. Шикарнейшая реализация. Казалось бы, ну вот что может быть... Тупей, извините меня, прийти и ультануть в лицо Queen of Pain. На самом деле, да, Квапа немного заслоупочила, немножко долго реагировал Бёрнинг и за это воплотился своей жизнью. То есть Виртуса со своей стороны сделали все, ну, до ужаса просто. И, это вообще забей. Как ты сказал, да, правильно, немного по-дурацки все получилось, но получилось, что немаловажно. И в итоге Virtus.pro начинает вести уже со счетом 5-1. У Лила уже практически готова медаль. Угу. И скоро он начнет неплохо заливать. А заливать тут, в принципе, есть по кому. Все тот же Алхимик под действием медальона, ну, как мы уже говорили, просто кусок. Но сейчас, кстати, этот кусок очень активно начинает фармить, потому что от вражеских Радик. Лесов Виртуса отстали, и у него появляется Радианс вот на 13-й минуте. Снизу. Какая-то активность. Очень хотят взять Лила. Прям я смотрю, они неистовствуют, эти Vici Gaming. Уже в который раз Лордар на него пытается наброситься. Но в итоге Виверна вместе с Квапой уходят. Ну, Лил там что-то прям совсем спрятался под тауэр, тем более он под амплифаем, его видят и понимают, что Лил заподозрил неладное, высовываться не хочет. Ну и смоук-ганг провалился немножко. Миди расстреливает спокойно год тауэр, тут есть какой-то спрей, вот такое себе. Снизу все-таки ловят Лила, ускоряется кто кого он. Кто еще ловит? Тут опять же вопрос. Три героя просто разбегаются от Визаджа. А на самом деле там... Все чисто такой блеф был, потому что вдруг будут телепорты. Ну, у Дазла телепорт в кулдауне, у Герокоптера его нет вообще. Тупо нет, но нормально. Или Дон. Играем в дотку. Да. Так что вообще очень интересный получился момент. Но блеф удался. Вот опять Виртуса, только мы сказали, что они забыли про лес. Возможно, они сами себя на этом подловили. И теперь отправляются в этот самый лес. Находят тут пару кентавров, убивают их дружненько. Ну и догадывается ли Vici Gaming о местоположении противника? Ну, пока что Алхимик бежит фармить. Судя по всему, он не совсем догадывается. И Virtus.pro тоже как бы не особо понимает, где может вылезти этот фармящий кусок мяса. Ну вот у них тут вардец стоит, такой не совсем стандартный, для того, чтобы его не разбили совсем на халяву. Но и видит он не так уж и много. Так, и вот он разгон на супера. Больно ему уже, а тут кулдаун сверху, но это без вариантов для него.
Хорошо, забирают. Легкие, а в это время деньги. Моментальный выход вниз. А снизу Визадж улетает. Слардар... Телепортом. Да, Слардар вообще кинул ульт на тележку вместо Визаджа. Ну и по итогу оказалось как бы выгоднее, потому что все равно Визадж улетел. Да, так и получилось. Ну и вышку в миде сейчас будут забирать Virtus.pro. Тут Шекл по двум иллюзиям, но ничего страшного. Разминается год, пристреливается. Правильно все, так и надо. Пусть иллюзии боятся, чтобы настоящие еще больше боялись. Тауэр снизу тоже падает. Один в один по товарам разменялись. Ну а пока Virtus.pro, судя по всему, не хотят останавливаться на достигнутом. Да, пока кажется, вот они поймали темп игры, и мне нравится то, что они делают. Главное, чтобы сейчас вот тот же Блинкдаггер на Слардаре не стал для них совсем большим сюрпризом, и чтобы они не слишком сильно расслабились, потому что если хорошо влетит сельдь под какой-нибудь прокаст квапы под тучкой, и рядом тамба будет стоять, ну, блин, это будет просто очень-очень больно. Ну да, Vici Gaming достаточно. Ну, они специально, наверное, так и набрали персонажей, чтобы без алхимика первое время более-менее справляться, там, ну, максимум, чтобы он тучку вешал какую-то, а потом уже химик будет делать многое. Вот и аганимчик появился у Windranger. Уже ну да, со вторым Виндраном там совсем приятно, всего 15% подрезания урона, это, ну, почти ничего. Так что да, свою и маленький там... кулдаун, и хп, то есть статы хорошие, в принципе. В общем, я на самом деле не сильно фанат Аганима, но раз все покупают, значит, наверное, в нем есть какие-то... Не, ну, в основном плюс, вот, скажем, побочный эффект, самый крутой для ВР-ки в данном случае, это статы, потому что герой очень тонкий. Да, да, да. И она очень часто как раз погибает просто из-за того, что в нее там кинул два нюка каких-то, и она скуклилась. Есть такое. Алхимик уже 8300. С радиансом своим фармит он с какой там, с 12 минуты. То есть уже ну, да, прилично времени прошло. Взял себе Soul Ring. Денежка у него начинает все быстрее и быстрее тикать. Конечно, время от времени Virtus.pro начинает там гангать, искать этого алхимика. Он из-за этого боится не фармить. Так, тут нападение, инстакил Дазла. Ну, это всего-навсего Дазл. То есть, по сути, очень хорошо получилось для Virtus.pro. Ну да, то, что пожертвовали всего лишь пятой позицией, а не каким-то более ценным героем. Вообще, сейчас ВП нужно действовать более агрессивно, потому что у них все-таки гирокоптер есть, но... Ты гирокоптер, посмотри, какой дерзкий, бежит так вот один на всех. На него сейчас может напасть разъяренная сельдь. И Айс-Айс, во-первых, тот, кто действительно может напасть в любой непонятной ситуации, потому что это знатный бык. А глядишь, за ним еще и Бёрнинг подключится, будет очень больно. Тут кобальт за ним бегает всю игру, это с Бухичем. Наливает. Да, блин, на самом деле этот кобальт очень хороший, ему спид дает, это очень круто. У тебя еще и связами, так, а что это было? А, это подсветил, так, подсветить, ага. Разведочка в доте очень многое решает. Ну да, инфа это один из самых важных таких факторов. Так, о, и... вот эта статистика интересная. Mm-hmm. Ну, может да. быть, некомфортный немного герой. Может быть. Ну, Виндрейнджер достаточно, в принципе, некомфортный герой. Так, вот это довольно интересный мув от Айс-Айса. Ну, если бы у гирокоптера было БКБ, я бы сказал, он разводит его на БКБ. Но тут просто тупо даже разводить не на что. Ну, это Айс-Айс. Я только что говорил, что он бык еще тот, что он может прыгать и по делу, и не по делу. БГГ. Ну, прыгнул, да, дал крэш и бежал. Рофил такой фирменный от Айс-Айса. Так вот, алхимик по-прежнему Кусман, потому что покупает он себе тревела, то есть у него даже 1000 хп еще нет. Но Виртуса, я так понял, не хотят драться до момента, пока у гирокоптера не появится, ну, либо Сэндж, либо БКБ, в зависимости от того, что из этого горклаба будет сделано. Я бы голосовал больше, наверное, за БКБ, потому что слишком много побочных эффектов, которые могут бить. Не за Denial Tower Burning на топе. Норм. Вот это уровень. Баллиста оказался сильнее. Ну, баллиста у нас и четверых героев передамаживала, я видел. Да, мы всякое видели. Четыре героя стоят, такие, знаешь, еще на замахе ловят, и тут типа бам, камень просто. Да я вообще не собирался ловить, да я тоже не собирался ловить, да и нормально все взяли либо было. Хорошо. Так, тут у нас... Тут Айс-Айс вообще трухнул нешуточно, убежал из-под Визаджа. Так вот, я бы голосовал за БКБ в данном случае просто потому, что все вот эти станы селедки, алхимиков, какие-то там виверны со своими плевками. Да, тут интересный момент. Айс-Айс-Айс попал под небольшой стан, Шейк колония связывает, ставится тамба, попадает под Cold Embrace, и Иллидан погибает.
Винтерскерс. Фобос тоже под фокусом. Фобосу также очень больно. Минус Фобос, Айс. Ну вот он и тот самый Колдомбрейс. Его все-таки сейвит. Шейклшот связывает, но толку маловато. Очередной сплинтербласт. Лил отступает. Надо Минус просто уходить. Терять двоих. Да, желательно бы им, конечно, здесь отсюда отойти, но один отпускает Лила. Слоссамшен заряжен на максимум. Хотя бы Слоссамшен выкинуть, закидывает да. его. Слардеру хорошо, есть скилл, но сам тоже погибает. Очень больно Фенриру. Фенрира подсейвили. Год единственный живой. Закидывает ему кинжал в спину, и он отступает отсюда. Ну, на самом деле, это была просто какая-то драка инвалидов, потому что первые 5, а то и там 7-8 секунд происходили вообще непонятно в каких условиях. Потому что Virtus.pro после того, как уже был кинут кулдаун, надо было разворачиваться и уходить. Они уже никого не могли убить. Шелшот был в никуда. Ребята были в очень плохой позиции изначально. Все были растянуты. Тут разгон, и Фобос пока его не отменяет. Нет, все-таки отменил. Вот. И то, что быстро никогда не получается у вас сфокусить алхимика, бегите, глупцы. Потому что если вы на него потратили пару кастов и не убили, то с руки, уже все, да. Да, с руки вот эти 75 хп регена, их очень тяжело перебивать. Сейчас очень важный момент, на самом деле, был в игре. Нельзя вот так вот, конечно, фидонить. Погоня за Айсом, у которого через 3 секунды откатит даггер, он вне опасности. Да, нужно Виртусам тут быть совсем настороже. И вот сейчас, если был бы тот же блокинг-бар у Герокоптера, то, конечно, такой фигни бы не произошло. То, что Слардар его просто подчистую только что там разрезал. Так, у алхимика рецепт на Яшу. Судя по всему, хочет всякую там манту оформить по-быстрому. Купил поинт-бустер, чтобы немножечко побольше хитпоинтов иметь. И в Яшу ударился. Да, интересное, кстати, решение вот играть через поинт-бустер. Я уже хотел немного поразмыслить на тему ранних аганимов для кого-то здесь, для той же Queen of Pain. Ну, для зомби, наверное, рановато, не так уж ему сильно и горит. Но... Не, ну для зомби тоже было бы неплохо. 10. Ну, типа норм, но ну, не знаю, не горит, как по ну, мне. Да, согласен. Так что вот Квапе было, возможно, даже пополезнее. Айс может прыгнуть, у него есть вижу. А он уже не может прыгнуть, потому что на нем урна, но разгон опять же отменяется. Друг друга пугают, друг друга шугают, прям... Подсвечивают, да. Я тебе вот урну, а тебе вот, дружище, на амплифай держи. Обмен любезностями. Ну, совсем некомфортный такой обмен получается. Спасибо. Блин, как же, какой же он бык, ты посмотри! Шекл неточный и... А он вот он так вот, тоже. Прям вот дразнит своего противника. Да, и он, знаешь, это... делает грамотно это. Хвостом вот виляет вот этот... драконит, заставляет Virtus.pro ошибаться, вот еще подпрыгнул, закинул, еще один шекл. Ну, здесь вот видно, что агрится Virtus.pro, да. Злятся немножко. Он своего добивается. Так. Этот айс. Это просто что-то с чем-то. Его стиль игры... Но достаточно жесткий, достоин конечно. Внимания определенно. Но он явно внимание свое, а Virtus.pro, точнее, отвлекает на себя, потому что алхимик тут уже как бы АФК фарм в лесу. Это не самая приятная штука. Потому что, например, Герокоптера он уже обгоняет не на шуточные деньги, 6 тысяч голды. Почти в два раза. Ну да, это ого-го как не очень. А преимущество будет только расти, прогрессии довольно серьезной. Да, но если получится пережить этого алхимика изначального, хотя нет, тут этот принцип не работает, потому что пойдут аганимы для всей команды, и по делу, и не по делу, и улучшает ульт или не улучшает, если уже лишние бабки будут, там уже не так сильно будет решать. Так что так, Верочка прыгает. Но тут фокус фаер очень качественный. Правда, успеет ли Кондомбрейс себя повесить? Нет, не успевает, его тут заторанил Фобос. Хорошо получилось. Да, такой вот фраг, и после которого сразу падает тавер. Ну, вышку отжали, это уже приятно. Тем временем манта стайл уже у алхимика. Вот супер становится все опаснее и опаснее. Конечно, типичный алхимик с Актарином и Радиансом, он не самый сильный в бою, скажем так. Он не самый сильный в бою в командной игре, потому что сталкивался с этими алхимиками в том же, допустим, папчике. Потому что в папчике другая проблема. Там проблема с фокусом цели. И если вы этого алхимика сразу не убили, естественно, он вас всех поубивает, просто да, потому что он почти бессмертный. Но если у вас достаточно неплохой фокус, а тут есть Виндрейнджер, Визер с плевочками, Спиритбрейкер, как вообще будет не проблема. Да, порвать его действительно будет не особо большая проблема, тем более, если будет пара блокинг-баров. Так что я бы на месте Вичи задумался, возможно, над каким-то другим более боевым билдом. Ну что ж, это дело Вичи.
Ну вот они на Рошана идут. Тамбу не пожалели, заранее поставили. Так, Герокоптер, БКБ у него имеется, но пока очень сильно его пробивает, прожимает БКБ. Алхимик закидывает стан по двоим, пытается отсюда отступить, Тамбу надо поломать вместе с фамильярами. Тамбу сломали, БКБ почти закончилось, у Лила очень мало хп, Лила добивает, Слоу Самшин не успевает закинуть, хорошо проконтролил своими фамильярами, подстанил. Айсайса отправили в таверну, FY пытается убежать. Оба что-то... троих, врезается, ну пойдут ли дальше драться Virtus.pro? Нет, кажется, они будут разбегаться. Или Дан нервничает, Визардж забирает виверну. Да, он там фамильярами очень хорошо подконтролил. Троллил, сделал очередной фраг, в итоге 2 в 1, пока у нас размен, и на этом драка не заканчивается. Пытается взять ФНГ, под Орчином шейклшот, отличный, Бёрнинга, но тут баночка залетает, не дают. Блинкаут очень вовремя от Бёрнинга, переключается фокус на Фенрира, пауэршот, Фенрир, минус Фенрир, Дазла тоже убивает, и Бёрнинга в лесу нашли, тоже минуснули, живых остается один супер. Я не знаю, как они выиграли в этой драке. Но они как-то это сделали. После смерти Визаж сделал не меньше, чем при жизни, потому что фамильяры сломал Тамбу, во-первых, да? Без него эту Тамбу бы Герокоптер ломал полчаса. Так, это у нас еще пока не все, но тут как бы... тут решили распугать. Психанули. Хотя могут ошибиться, потому что Слардар влетает в троих, в двоих! И Лидана срезает, но тут Визаж. Визаж может, конечно, дело наделать. Да, проблемы. За ним бегут, за ним очень быстро бегут, висит урна, замедление, его просто теребольнули, убили. Рашан в это время забирает Визаж, забирает Аегис. Хорошо, что утворяет этот Лил? Забрал Аегис, забрал Рашана. Но отсюда он уже, конечно, живым не уйдет. Нужно спасать хотя бы фамильяров. Да, пытается увести птичек. Боже мой, он забрал Рашана. Ну-ка, смотрим. Да, вроде бы. Не, он украл. Рашана забрали Дайер. Ах, ну хотя бы так. Боже мой, какая игра. Но... какие перевороты. Алхимик получает огромное количество денег в итоге драки. Тут у нас 5 в 5 получился размен, образно говоря. И 1500 для Алхимика. Отличный файт-река просто у меня такой. Такая заруба. У меня только что был полный, и там просто мрак. Там триллиард дэмэджа, триллиард денег. Но все по... в плане разницы там как раз полторашка. Это полторашка на руках у Алхимика. Это просто что-то нереальное. Алхимик-то все пережил. Алхимик-то не умер. Успели воскреситься. Вот этот кулдаун в иллюзии, который был потрачен, по сути, многое решил. Ну и не надо было там, походу, задерживаться на этом Рошане. Нужно было отойти. Ну, хотелось Ладно. Его добить просто. Конечно. Вот единственный вывод, который можно сделать, нельзя расслаблять булки даже после того, как ты выиграл файт. Вот даже после того, как ты выиграл файт, нельзя расслаблять булки. Ну, тут обе команды такие, что они только и ждут, когда ты немного булки эти расслабишь, потому что у них наготове то, что они готовы тебе преподнести. Да. Айс уматывает на спринте, у него форс появляется. Да и вообще по шмоточкам можно, наверное, пройтись, так вот вам покажу их. Ну, у Дазла тут все понятно. Вот пока маловато айтемов у Иллидана, которого пытаются забрать, он, баночки. Он может умереть здесь. ТП в кулдауне у него. О, не захотели Вичу бежать дальше, и правильно, наверное, сделали. Там Интерскерс на самом деле был. А куда он побежал назад, вот, ты мне можешь объяснить? Не знаю, ну решил, решил все-таки уйти. Не знаю, что он там хотел. Я тоже слабо Может, в ISIS хочет поиграть? Может. Но у него... он ISIS, ты не ISIS. Ой, в ISIS въезжаю. Тут должны птички, наверное, садиться. Есть Незерслайк, одна птица, вторая птица. Просто ничего не дали сделать здесь селедки. Ну, выпотрошили, на самом деле. Селедка она такая, у нее дагер, форс, ни один из этих айтемов не дает тебе живучести, да, именно, он тебе дает мобильность. Вот, а если уж ты попал в лапы к своему оппоненту, то расчехляйся. Изволь, конечно, да, получить лещей. Стаки? Кто заберет стаки? Где-где-где? А, да. Тут, кстати, много спаун эншентов. Ну, ФНГ может сейчас попробовать сюда куда-то поставить центрячок, проверить. Тут тележка едет. Маловато, просто... конечно, урона у Иллидана для 28 минуты. Вот это вот, ну, как минимум... Алхимик заходит. Кидается стан по двоим. 4 секунды до БКБ. А там уже тикает ульт. Ой-ой-ой, кулдаун хороший, залетает, есть земля и по двоим. Но здесь вешается Винтерскерс, Фобос очень больно, залетает Иллидан, сразу же идет фокус на Тамбу. 5 секунд, 4, 3, закидывает баночки, ФНГ пока жив. Никого пока убить не удается, Virtus.pro все практически очень побиты, Дазла все-таки прикончили. Ну супер, они сфокусите, надо убегать. Бёрнинг под фокусом, Soul Assumption финиширует его, залетает баночка. Год живет под Виндраном, но Виндран заканчивается, год тоже, минус 3, Virtus.pro терпят крушение. Фобос последним отправляется в таверну. Два даблкила. Один от Лила, другой
В общем, здесь беда полная. Да, это Team Vibe. Это Team Vibe, как бы это было не прискорбно сообщать, но команда Virtus.pro погибает своим полным составом. А все почему? Потому что растерялись, потому что не смогли вовремя перевести прицел на алхимика. Да, убили квапу, это замечательно. Не квапа вас убивает в замесе. Совсем не квапа, а именно вот эта машина, которая периодически наносит вам по 50 урона ежесекундно. И плюс имеет уже 2000 хп, да, ни много ни мало. Постоянно спамит своими банками, свои спреи раскидывает. Это на самом деле очень много. Сколько станов алхимик уже не слабая. Алхимик сколько станов выдал вообще по двум, по трем пацанам уже в этой игре? Обычно это происходит крайне редко, потому да. что ты видишь, и как заряжает, и как спускает он этот стан. Но не в этой игре. В этой игре с позиционкой что-то явно не то. И, конечно, вот по поводу фокуса полностью согласен, потому что там висел ульт Дазла. Но недолго, конечно, висел, но все равно химика нужно было как-то попытаться зафокусить. Зафокусили в итоге Бёрнинга, конечно, но она все выпустила, это Queen of Pain. И что ее уже убивать? Она уже не так страшна, как алхимик, это уж явно. А убить ее примерно, ну, ресурсов нужно потратить. Ну, больше, конечно, алхимика, чего уж тут говорить, но все же. Ну, у алхимика нетворс такой же, как у первой, второй и пятой позиции у команды да. Virtus.pro да. суммарно. И причем скоро будет уже как у всей команды Virtus.pro, я так чувствую. Да, ну вот сколько всего вообще было нафармлено? Ну, виртусами было нафармлено 40 тысяч. Вот, стоимость алхимика да. 25. То есть вы понимаете. То есть вы понимаете. Преимущество в 14 тысяч золота, в там 13 тысяч экспы, где-то так. Где-то так. 15-17 счет, первая карта. Да, ну и что теперь делать в такой ситуации? В такой ситуации нужно попытаться вынести на ВРке максимум дэмэджа. Просто да, свой... да и Далос постараться. Да, любой теоретический максимум, который только возможно. И попытаться всеми возможными силами в первом же замесе весь огонь перевести на алхимика. Но ни в коем случае нельзя забывать про Виверну, потому что Виверна — это тот герой, который да, спасет его в любой ситуации. Да, толпой будешь фокусить, и Виверна, во-первых, засейвит, во-вторых, еще и Winter's Curse повесит, и там можно встрять. Проблем, конечно, достаточно много, то есть тут... Если бы все было так просто, тупо Райт кликнул на этого химика и убил, но... Да, но все отнюдь не так просто, безусловно. Нужно как-то попытаться повлиять на Виверну. Ну что, тогда какой может быть план? Смотри, хиксов нет, орхидов нет. Дэмэджа на гирокоптере нет. Дэмэджа на гирокоптере нет. БКБ на ВРке нет. Нет. Все, мы в очень-очень зажатых условиях. Я вспоминаю, да, вот эту фразу из фильма «Такси», когда этот комиссар... Мы в плохой ситуации. Мы под смоками. Мы под смоками, говорят Virtus.pro, и выходит. У Супера хорошая позиция, он готов принимать людей. Они уже ждут. Точно так. Айс-айс-айса видят! Его видят, он под вардом. Так. Только что видели, где он. Даст ли это какой-то инфо-шейкл-шоу? Какой хороший шейкл-шоу! Ну вот он, Golden Break! Сразу фост, айс-айс-айс прыгает, крэшит троих, Sonic Wave под четверым! Да что ж происходит? Какая же диспозиция у Virtus.pro? Лил еле живой, пытается взять хотя бы айс-айс-айса. Айс-айс-айса убить удается, но четверо в таверне просто моментально. Илидан не нажал БКБ. Мы возвращаемся к истокам команды Virtus.pro, то что Илидан в момент драки просто не нажимает Blocking Bar. На самом деле это вообще бы ничего не решило. Это решило то, что Илидан нанес счастье без... Не, ну он нанес много, типа 2200 урона, больше всех, в принципе, он нанес, но он, все походу, равно погиб успел, слишком рано. Успел подраться, успел что-то продамажить. Крэш по троим или по четверым, Sonic Wave а точно вот по четверым. А вот он под него и попал. Он да, под него да, и попал. Да. И все. Но тут уже практически ничего не сделать, если только сейчас они начнут заливать под фонтаном. Такое тоже бывает в доте, но Vici Gaming настроены явно. Ну, сейчас практически нереально убить этого алхимика. Я не знаю, что с ним делать. Слишком много здоровья. И как бы я не любил Октарин на алхимике, но суть не в артефакте, суть в ситуации, когда его собирают. И сейчас Vici всю игру были впереди. И когда ты вот так вот доминируешь, то машина в 2000 хп с регеном в 100 единиц... Да, он мог, на самом деле, что-то посолиднее себе купить, конечно, согласен. Но
Ну, может быть, он хочет тиммейтов. Не, тем не менее, он является как раз и главным танком, да, и угрозой вроде бы по совместительству, но подсейв достаточно хороший, и контринициация у Вичи очень хорошая, то есть вообще достаточно сбалансированно получился пик. Ну и то, что не загнобили алхимика в начале, хотя пытались Virtus.pro, они у него леса забирали, но самого его практически не убивали, у него две смерти за эти 35 минут. А тут такая проблема, что его убивай, не убивай, это тот засранец, который ты либо его убиваешь, либо фарм его забираешь. Ну да, тоже правда. Сделать все ты уже не сможешь, к сожалению. Конечно, конечно, тут ты тоже прав. И эта скотиняка свое все равно выфармливает. То есть тут проблема не в этом, тут проблемы какие-то другие. Тут проблема в том, что Гирыч, например, пока бегал за алхимиком, вот невыгодно оказалось бегать за алхимиком. Ты воруешь у него фарм, но ты из-за этого сам меньше фармишь, потому что бегаешь через всю карту за этой голдой. Вот как-то вот так вот уходит. Потом еще проблема в том, что они вчетвером проигрывали файт, точнее впятером проигрывали файт четверым там и так далее. Наверное, шани там какие-то. Ну, это оставим нашим аналитикам. Они разберут. Тут у нас Ледан. Мы комментируем. Ловит опять. Ну, Ледан просто погибает моментально. Так еще и продолжение у нас идет. Здесь ФНГ тоже должен отвалиться. И еще один стан, Фоба тоже умирает, уже минус 3, там была попытка от Лила и Года хоть кого-то сфокусить, но ничего не получается, какой тайминг, минус Год, ну и что же, будет ли это конец игры или все-таки Virtus.pro попробует еще поиграть? Но очень тяжело им будет. Тут нереально даже. Я бы не то что сказал тяжело, тут уже просто нереально. В доте, конечно, всякое бывает. Я говорю, вот единственный шанс, вот это если вот сейчас супер там им демоны овладеют, он пойдет там, под фонтаном. Вот. Именно. Возможно, на это сейчас ВП и будут надеяться. То есть конкретно в данный момент Virtus.pro могут выходить из игры, да? Потому что вот сейчас они просто проиграли в мясо. Но если бы вдруг... Лил Вичи... заманивает, смотри, уже заманивает. Но, так, форс немного не в ту сторону, конечно, да. Его форснул Айсайс. Да. Так вот, но если бы Вичи вдруг, как ты правильно сказал, овладел бы демон, и они бы пошли дальше фармить, а не зашли бы на базу, они поломали уже вторую линию. Ну, были бы шансы хоть какие-то. Были бы шансы, определенно были бы шансы. У ВРки там еще с лишним одним-двумя слотами, у Герокоптера тем более. Но они не заканчиваются как бы игру, они могут на самом деле остаться здесь. Но, нет, тут у Queen of Pain нет маны, и в кулдауне ульт. Да, там еще тир 2 стоит. И Рошан еще есть. Не, они могли бы пойти просто сломать трон, если бы у них там все было. Не, ну Рошанчик, когда стоит, вообще не хочется этого делать, потому что можешь отдаться, а потом профукать Рошана и профукать игру. Ну, в ситуации с Vici Gaming, когда у тебя 30 тысяч приемов, если что-то... Конечно, сценарий неплохой, можешь случайно отдаться там. Не, ну слушай, с нынешним... Случайно алхимиком, у которого 3000 хп, нереальный ДПС, и как бы там скорее противник умрет. Даже если он просто будет стоять, а противник его будет бить, там непонятно, кто быстрее умрет. Не, пока, я думаю, ВП могут одолеть этого монстра, если он где-то один стрелит. Смотри, они Бернинга еле убивают, а у него только Шива. Ай, почему так долго? Повершотом попадает, но это всего-навсего Аегис. Да, или да, в этот раз нажал БКБ, все норм, поймал Винтерскер, тут же Бёрнинг тоже начинает наваливать, Фобос стриет, Фобос, есть шеклшот, шекл вроде бы неплохой. Вырвался из этих лап, получается как-то, но Соник Вейв залетает слишком больно, вне своей базы Virtus.pro слишком слабенькие, ФНГ точно ему это не нравится. Вот. Все происходящее? Да. Это пенетрирование? Это пенетрирование точно ему не нравится. Ну, вообще, только что мы видели то, что даже в ситуации, когда вроде Virtus.pro готовы, они все равно тем плохо убивают. Тем временем у Лила статистика. Посмотри вообще статистику Лила. Да, Лил, понятно. Лил на Визадже, как обычно, это Лил на Визадже. И к нему претензии выдвигаются реже всего вообще. То есть это вот, знаешь, это как... Ну, не будем... проводить совсем такую параллель, ну вот как Санейка в Нави, да, грубо говоря. Ну да. То, что там Акбар очень активно тащил на себе команду. Ну тут Лил не то чтобы тащит команду на себе, тут еще и Год хорошо старается, все хорошо стараются. Но все равно Лил, мне кажется, на общем фоне немного выделяется за счет своего микро. Так, ну что, заходит на хайграунд, третья последняя линия. Virtus.pro не сдаются до последнего. Это может стать конечный файт. В этой карте тамбу очень быстро сломали. Да, птицы с этой задачей справляются просто идеально. И казалось бы, реально перепикали вроде прям в Салопендру. Особенно вот этот Undying против... Да, не хватило ранней агрессии. Вот, и все. То есть медленный первый артефакт у того же Герокоптера, например, и все.
Так, ну вот он, Айс опять по двоим врывается, банки тоже по двоим. Одного разорвали на части, Год еле-еле выбегает из всей этой суматохи. Или Дан пытается ворваться в толпу, хоть что-то сделать. Винтерскерс, он погибает, Фобос тоже погибает. Даже вот посмотри на половских хитпоинтов, ни единого урона практически. Они фуловые. Ну, здесь было уже все ясно. Virtus.pro просто попытались для себя, для фанатов, для всех, вот, кто смотрит, чтобы, так скажем, до конца повоевать. Ну, знаешь, я могу вспомнить одну фразу из вчерашнего диалога с одним капитаном нашей сборной, не скажу с каким, и на тему того, я говорю, блин, ну, Алхимик хороший герой, почему, типа, в первой стадии берете, ну, вот мы обсуждали туда суперкрутую стратегию, на что я услышал фразу, типа, да, Алхимик вообще не герой, что его в первой стадии пикать, ха-ха-ха. Ну, его и не пикали в первой стадии, его взяли вообще на последний. Но мы увидели... Неожиданно так. Мы увидели то, что неожиданно этот Алхимик оказывается неплох. Да. Вообще нельзя недооценивать какого-либо героя в доте. Нужно, если ты даже сам им не играешь, то хотя бы уметь играть против него.